Коммунальные службы Ленинского городского округа производят опиловку деревьев и убирают погибшие растения. Рабочие удаляют часть веток со ствола для того, чтобы крона была менее густой и не мешала высоковольтным проводам. Также это поможет уберечь от пересыхания веток и дальнейшего обламывания. Производится омолаживающая опиловка, санитарная опиловка. Убираем аварийные деревья по просьбе, естественно, жителей старого города. Все это убирается, пилится. Наводим порядок. Если деревья будут здоровы, я буду очень рада. Если они сохранятся вот в таком, ну, в живом виде, то я, безусловно, за. Пусть пилят. Деревья необходимо опиливать один раз в полгода. Такое подравнивание не вредит, так как дерево начнет восстанавливаться уже будущей весной. Все спиленные ветки отвозят на дробительный пункт и превращают в опилки. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.